7 августа в Волосовском парке культуры и отдыха «Велес» прошел городской праздник, посвященный Дню физкультурника. В рамках этого праздника у нас был легкоатлетический кросс, в котором принимали участие все желающие жители города Волосово и гости. Кросс был в нескольких дистанциях, участвовали дети 6 лет, 6-8 лет, 9-12, 15-18 и старшие. Организаторами и судьями легкоатлетического кросса стали ведущий специалист сектора по общим и социальным вопросам Комитета по городскому хозяйству Юлия Гомозова и специалист профессиональной подготовки личного состава ОМВД России по Волосовскому району старший лейтенант Андрей Шорохов. В день физкультурника организаторы задействовали несколько видов спорта, чтобы участники смогли показать свои силы в любимых играх. На поле под открытым небом прошли соревнования по футболу, а в спортивном зале городского досугового центра «Родник» три баскетбольных команды поборолись в дружеском поединке, две из которых приехали из Кингисеппа. Также был проведен турнир по шахматам. В блиц-игре нервы участников были на пределе, ведь на обдумывание ходов отводилось ограниченное время. Даже тренер не мог сдерживать эмоции. Молодогвардейцы организовали веселую игру в водный мяч. В каждой команде ребята делились на пары и должны были при помощи полотна поймать шар от соперника. Веселье начиналось в тот момент, когда игроки не справлялись с поставленной задачей. На самом деле я играла впервые, и я думала, что будет как-то не очень. То есть не могла представить, что это такое на самом деле. Но когда сама игра началась, то есть это вот так вот мяч перекидываешь, не знаешь, куда он летит, куда полетит, долетит, не долетит. Это настолько весело, тем более погода сегодня позволила, хоть и пасмурно, но все равно тепло. Мы все так искупались хорошо, но было на самом деле очень весело. Отсюда уйти с плохим настроением просто нереально. Праздник получился активным и очень насыщенным. Участники всех соревнований и зрители зарядились позитивными эмоциями на всю неделю.